Мир всем, братья и сестры, благослови вас всех Господь и сохрани. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу, Иисусу Христу, Спасителю, за путь, истину и жизнь вечную. Иисус Христос услышал меня и спас меня от ада и смерти. Самое главное, что может произойти с человеком в этом мире, это когда он получит спасение от ада и смерти. А это может произойти только через Иисуса Христа. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус Христос сказал: «Я есть путь и истина и жизнь, и только через Меня вы приходите к Отцу». Отец передал весь суд Сыну. У Иисуса Христа есть ключи от ада и смерти. Кто верует в Иисуса Христа, тот не приходит на суд, но перешел из смерти в жизнь. Иисус Христос сказал к ученикам: «Кто хочет идти за Мной, отвергни себя, возьми свой крест и следуй за Мной». Когда в твоей жизни тревоги и так далее, и что-то происходит непонятное, пойми одно, что в этом мире, Иисус говорит, у нас будут муки, страдания и так далее. Потому что этот мир полностью во зле. И этому миру скоро придет полностью конец. Сгорит весь мир и все, что здесь в этом мире. Но кто исполняет волю Божию, тот будет вечно жить с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Все, что я говорю на этом канале, это все стоит в Библии. Если ты хочешь проверить меня, прочитай Новый Завет, прими Иисуса Христа как Спасителя, и Бог тебе все объяснит. Иисус может спасти тебя так же, как и меня спас от ада и смерти. Он есть путь и истина и жизнь. Я проверил все пути в этой жизни, но самый главный путь в этом мире – это с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Даже если у тебя сейчас конкретные проблемы в жизни, как у Иова в Библии, сатана подошел к Богу и говорит, если у него будет проблема, он отойдет от тебя. А Бог говорит, ты можешь у него взять все, только не его у меня. Потому что если мы принадлежим Богу, даже если наше тело будет страдать, или в Библии стоит, если мы отдадим свое тело ради имени Иисуса, мы получим в 100 раз и жизнь вечную с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Так что, братья и сестры, в этом мире, в этом теле у нас будут давления, депрессии, болезни и еще что-то непонятное, давление с родственников и всех, кого мы знаем. Но поймите одно, когда мы будем исполнять волю Божию, Бог живет в нашем сердце. И Он все уже сделал. Мы уже принадлежим полностью Ему. Даже если нам придется пострадать полностью до конца. Терпите, стоит в Библии. До конца держитесь за Бога. Не сдавайтесь ни в коем случае. Без разницы, что у тебя сейчас за давление. Я тоже думал, я покаюсь, я приду к Богу, и у меня будет все хорошо, я буду летать, как ангел здесь по этому миру. Нет, это не так. Потому что наша война идет не против крови и плоти, а против духов поднебесных, да, злых духов поднебесных, которые здесь правят в этом мире. Из-за этого мы должны держаться конкретно за нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Всем сердцем, всем имением, все, что у нас есть, мы должны конкретно держаться за Него. До конца книга Откровения говорит, не вздумайте сдаваться и отходить. Не вздумайте думать, о, у меня там все плохо и там, не знаю, все непонятно. Держитесь, Иисус говорит, имейте во мне мир. Самое главное, что могло произойти в нашей жизни, это что мы получили исцеление нашего духа. Иисус Христос остановил проклятие нашей вечности. Теперь ад и смерть не имеют над нами никакой власти. Наши имена записаны в книге жизни. И это все слава только нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Он все ради этого сделал. Он все нам рассказал. У нас есть инструкция жизни, это Библия. Там все стоит, что нам надо делать.
и как нам надо жить, но мы теперь должны держаться за все слова, что стоит в Библии. Каждое слово, что стоит в Библии, это правда и истина. Это я говорю 100%. Я все это пережил на своем теле. Сегодня я еду на машине, и Дух Святой конкретно мне говорит. Иов то же самое, у него были страдания, гонения, мучения, он вообще все потерял, там уже и здоровье потерял. Жена подходит к нему и говорит, а тебя уже воняет, пахнет или воняет болезнями уже все, отойди от меня. А он говорит, нет, я хочу прославлять своего Бога, и Бог воскресит мое тело в последний день и так далее. И он знал и доверял полностью до конца Богу. И мы должны конкретно на этом поставить ударение и держаться за Иисуса. Конкретно Бог уже все сделал. Мы должны держаться всем сердцем и до конца за Него. И ни в коем случае не сдаваться. Я принадлежу полностью Богу. Я надеюсь, ты также принадлежишь нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Давайте сейчас просто я хотел зайти в рулетку и пообщаться с людьми, поговорить, знают ли они Иисуса. Знают ли они волю Божию, читали ли они Библию, доверяют ли они Богу, хотят ли они жить с Богом в вечности. Давайте просто поспрашиваем всех людей, которые сейчас мы встретим. Как будет, так будет. Начнется стрим. Стримы там тяжелые, мы должны понимать. Сейчас мы заходим в рулетку, где конкретное давление. Там тьма, настоящая тьма. Люди оскорбляют друг друга, ненавидят друг друга, плохое желают друг другу. Все, что сатана делает в людях, там это мы сейчас увидим. Да, встречаются люди нормальные среди них, они еще, слава Богу, слышат. Но мы сейчас помолимся, попросим Бога, чтобы Он дал силы нам и открыл им глаза и уши и коснулся людей. Давайте все вместе, кто сейчас в эфире, помолимся Богу. Господь Отец, во имя Иисуса Христа я Тебя прошу, Отец. Я благодарю Тебя, Отец, что Ты дал мне время покаяться, что Ты мне дал время прийти к Тебе. Благодарю Тебя за то, что Ты исцелил меня, воскресил меня и посадил на небесах в Иисусе Христе. Я благодарю Тебя, что Ты все это сделал для меня и для всех людей, кто сейчас на стриме, кто это услышит. Я прошу Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа, коснись каждого человека, кто сейчас услышит это, коснись каждого человека, кто будет в эфире. Пусть они придут к Тебе и идут также за Тобой. И будут и знают Тебя, и живут в Тебе, Господь. Это очень важные моменты. В Библии стоит, вселюсь в них, буду ходить в них. Они будут моим народом, а я буду их Богом. Давайте дадим все вместе право Богу жить в нашем сердце. Бог хочет этого. Единственное, что Бог хочет, чтобы когда в Эдемском саду произошло непослушание, это грех, теперь он хочет, чтобы было послушание. Просто послушание. А что такое послушание? Примите то, что сделал для вас Бог. Примите Иисуса Христа в свою жизнь. Это единственное послушание, что хочет Бог. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Брат, а где взять столько веры? Иди за Иисусом. Отвергни себя, все, говори про Иисуса всем, где еще взять эту веру? До конца доверяйся до Нему, да, давление, наша плоть против, все люди против нас идут, еще кто-то против нас идут, все идет против нас, потому что мы не от этого мира, мы не принадлежим этому миру, поймите это наконец, мы принадлежим Богу, нашему Иисусу Христу, наше, не здесь наш мир, а там у Него на небесах, у нашего Отца Небесного, Он говорит, мы не от этого мира, я из взял вас от этого мира. Из-за этого вас не знает этот мир. Ну все, что происходит с нами, это все стоит в Библии, да, что гонение, что вот это тело противится духу. Мы живем в теле, которое противится духу. Это тоже же все происходит. Просто мы должны, конечно, доверять ему до конца. Все, здесь все, назад дороги нету. В нас живет Отец Небесный. Все, он нас коснулся. Мы же должны на коленях благодарить его каждую секунду. Наша вечность принадлежит Богу, Иисусу Христу. Что нам еще нужно, братья и сестры? Пускай хоть весь мир пойдет против нас, зато Бог за нас. Бог знает нас лично. Он доверяет. Мы доверяем Ему, мы держимся за Него. Даже если все думают, о, он там у него проклятие, у него там что-то не получается. А начни идти за Богом, ты увидишь, как против тебя все поднимется. Да? Ну, сами же понимаете это все. Из-за этого не сдавайтесь, братья и сестры, кто сейчас в эфире, два человека. Благодарю Бога за вас. Держите за Него.
Константин, тоже так же тебе. Веру взять, проси Бога до конца. Думаешь, у меня, когда я по больницам, реанимациям, весь год лазаю, там боли каждый день. Когда каждый день у тебя боли, в животе давит, в голове давит у тебя, да непонятно что, у тебя ломки какие-то каждый день. И что теперь говорит? Господь, ну как так, ну сколько можно? Но надо даже через это прославлять Бога, а не тогда, когда у нас все хорошо. И просить его: Отец, дай больше веры, дай больше силы, дай больше просто, ну, тебя в мою жизнь, да. И доверять ему до конца, брат, не слушайте никого, доверяйте Богу до конца, до конца. Отец слышит нас, Отец хочет, чтобы мы были. Не вздумайте дать дьяволу забрать эту веру, забрать вечность, братья и сестры. Охота идет, Иисус говорит, что... Вор пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Охота идет, покушение идет на веру. Забирает веру, все остальное забирает. Ты начинаешь пить, гулять, материться и так далее. Это все хочет дьявол, чтобы ты отошел от Духа Святого. А Бог хочет, чтобы ты приблизился к Нему. И понимайте одно, не просто читайте Библию, о, прочитали, и это со мной не случится. А как раз вот это и должно, под это стоит все в Библии, это все случится. Последнее время будет народ на народ, будет землетрясение, будет война, будут болезни, и это все идет к концу. Царство Небесное будет проповедано по всему миру, гонения на святых людей, убивать их будут и так далее. Это все стоит в Библии, из-за этого нам надо расслабиться и доверить Богу. Если сегодня мое тело уйдет из этого, из этой жизни, да, здесь на земле, и все, значит, это воля Божья.